Хлеб – один из немногих продуктов, которые люди едят каждый день. Мы настолько привыкли к этому угощению, что относимся к нему как к чему-то обычному. А ведь он всему голова. Также о хлебе много интересных фактов. На Руси он считался символом гостеприимства. Когда в дом приходили гости, их встречали хлебом и солью в знак уважения и радушия. Символ богатства и благополучия, труда и большой силы воли. Ничто не доставалось человеку так тяжело, как хлеб. Поэтому практически в любой культуре этот продукт считается священным и жизненно необходимым каждому из нас. Это очень богатый продукт не только углеводами, которые насыщают организм, но и клетчатки, которые помогают пищеварению организма. При этом в хлебе очень много белка. В ржаном хлебе особенно и в хлебе на цельнозерновой муке есть практически вся таблица Менделеева. Витамины А, В, С, Д, Е. Самый популярный хлеб у нас – это хлеб троицкий, классический, пшеничный. В составе мука, вода, соль. Но там три вида муки. Потом самый любимый ржаной хлеб – это легендарный. Легендарный он тем, что там идет два вида муки, и обе они цельнозерновые. Редко у кого получается сделать настоящий цельнозерновой хлеб, чтобы он был пористый, вкусный, ароматный. Как правило, цельнозерновая мука дает нам влажность, утяжеляет продукт, и появляется кислинка. Ну, попробуйте наш хлеб, оцените. И еще очень популярный продукт, особенно среди детей – это мини-батончики. Вкусный и ароматный хлеб получается на закваске. На Руси этот продукт передавался из поколения в поколение на протяжении веков. Например, вот эта ржаная, ей уже 40 лет, досталась Ирине от педагога. А пшеничную выводили самостоятельно, ей сейчас около 8 лет. 8 часов готовится у нас закваска, от 4 до 8 часов. Далее мы месим тесто, и на брожение оно у нас уходит от 4 до 15 часов. Далее мы хлеб формуем, и уходит у нас он на расстойку. Так вот, расстойка ржаных хлебов идет от 1 часа до 4. Расстойка пшеничных хлебов идет от 4 часов до 15 часов. Чем дольше хлеб у нас готовится, тем он полезней. Так сказать, популярное нынче слово – ферментация. На изделия из пшеничного теста обязательно наносят надрезы. Они могут быть продольные, косые или поперечные. Такая графика не только украсит корку хлеба, но и защитит ее от разрывов. Если мы положим булочку неразрезанную, она может потрескаться по краям, либо она просто внутри, ей некуда будет расти. Соответственно, нам нужно дать ей вот это напряжение. Самые простые способы проверить, испекся ли хлеб, это подержать, посмотреть и послушать. Готовое изделие легкое, с плотной хрустящей корочкой, а при постукивании слышен глухой звук. Берем нашу булочку. Это звук уже готового хлеба. Хлеб, испеченный без консервантов, начинает черстветь через 1-2 дня. Однако он может дольше оставаться мягким и ароматным, если его правильно хранить. Видите, наша буханочка, она идет в пакете. И пакет свободный. Мы его не затягиваем, мы его не завязываем. Мы просто его свернули и положили, что позволяет хлебу дышать. Хлеб – это живой продукт, и он продолжает дышать. И если мы герметично закроем пакет, то у нас появляется конденсат, который дает дополнительную влагу, и могут появиться ненужные бактерии, пойдет плесень. Есть еще один секрет. Хлеб лучше держать в хлебнице подальше от кухонной плиты и раковины. Также завести для его нарезания отдельный нож. Главное, чтобы он был чистый и сухой. По словам специалистов Роспотребнадзора, покупать выпечку важно только в специализированных точках продаж. На товар обязательно должна быть документация, подтверждающая его происхождение, качество и безопасность. Хлеб рекомендуем покупать в магазинах, в супермаркетах. При реализации хлеб должен продаваться в упакованном виде для потребителя. Храниться он должен на стеллажах, не соприкасаясь со стенами помещения, при температуре и влажности, которую установил изготовитель. Многие уверены, что купить хлеб теплым – это большая удача. Свежеиспеченный, он настолько вкусный и ароматный, что хочется поскорее его съесть. Однако врачи-диетологи советуют не торопиться. Существует два момента. Первый момент, так как дрожжевые грибы, они находятся еще в активной форме, и они при попадании в организм могут вызывать какие-то пищевые расстройства у человека. Ну, плюс еще свежий выпеченный хлеб, так как он пористый, мякишь его, он может очень быстро комковаться. То есть он, ну, довольно-таки усложняет его усвояемость.
Не бойтесь есть хлеб и не забывайте о его ценности. Суточная норма для взрослого человека – 150 граммов. Это 3-5 ломтиков. Такое количество хлеба в вашем рационе не приведет к набору веса и пойдет организму только на пользу. Ксения Баканова, Николай Сидоров, Игорь Казановский. События.